Для жителей одного из кировских домов осень – это не пушкинская унылая пора, чье очарование, а время луж и затопления подъездов. Почему так получилось? В непростой ситуации разбирался Кирилл Сысолятин. Дом номер 20Б по улице Сурикова был сдан в 1969 году, и с тех пор двор не ремонтировали. Не лучшим образом сказывается и расположение дома – низина. Каждый раз с наступлением сезона дождей вода доставляет массу неудобств жильцам. Как во время ливня, какие тут идут потоки, и они все идут вот в наш подъезд. Потому что территорию у того дома, который повыше нас, обустроили, там вывели трубу диаметром 50 миллиметров. От этого дома вывели трубу такую, и все эти потоки целенаправленно с такой скоростью бегут в наш подъезд. И все это заливается в подвал. Посмотрите, в каком состоянии у нас дорога. Дороги абсолютно нет. Скорой помощи не проехать будет, потому что такие колдобины. Если дождь сильный прошел или весна, когда идут талые воды, без резиновых сапог нам тут не подойти к дому абсолютно. У нас даже нет тротуара. Мы ходим по отмостке. Жильцы, казалось, нашли спасение в программе по ремонту дворовых территорий, которая стартовала в 2011 году в Кирове. И написали письмо в администрацию города с просьбой включить их дом в план реализации. Однако оказалось, что перечень дворовых территорий, рекомендованных для ремонта, на тот момент уже был сформирован и утвержден. И двор дома номер 20Б по улице Сурикова был внесен в перечень на 2012 год. В этом году нас опять также обещают включить. Вроде то включают, то исключают. И аукцион до сих пор не состоялся, уже в сентябре месяц обещали, в июле месяце еще нас асфальтировать, но, как видите, до сих пор у нас ничего нет. Жильцы дома организовали ТОС и выиграли грант в городском конкурсе социальных инициатив с проектом зоны отдыха во дворе. Своими силами они сделали стоянку для автомобилей и ремонт дома. Но потянуть еще и асфальтирование двора они были не в силах. Им оставалось надеяться на решение администрации. И, как нам стало известно, подрядчик уже был найден. И жильцам пообещали через несколько дней начать ремонт дороги во дворе. Мы будем следить за ситуацией. Кирилл Сысолятин, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.